Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня я сделаю очень вкусный необычный салат с красивой подачей, салат Венеция. Огурец, морковь, ветчину и твердый сыр нарезаем соломкой. Добавляем кукурузу, солим и перчим по вкусу. Смазываем салат майонезом. Подавать салат будем в лодочках из сладкого перца. Выкладываем салат в лодочки. Очень яркий, оригинальный, красивый салат получился. Такой салат подойдет к любому праздничному столу. Давайте попробуем. Получился очень сытный и вкусный салат. Всем, кому понравился рецепт салата, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!